В Ленинском округе задержали похитителя молочной продукции. Несколько месяцев часть товара, которую водитель-экспедитор забирал на складе и должен был доставить в магазин, он присваивал себе. Руководители предприятия заметили недостачу и обратились в полицию. Выяснилось, водитель воспользовался тем, что при получении товара сотрудники магазинов продукты не пересчитывают. Тогда у него и возник преступный замысел. Молочку он перепродавал через интернет. Низкую цену объяснял потерей товарного вида. Махинации злоумышленника обошлись хозяевам продукции в круглую сумму. Ущерб составил более 1 000 000 рублей. Свою вину подозреваемый признает, сетуя на тяжелые жизненные обстоятельства. Товар, который вы похищали, впоследствии что с ним происходило? Вы ему его кого-то передавали, продавали? Да, давал Мурат. Он в дальнейшем продавал, я так понимаю? Ну, этого я не знаю, наверное, быстрее всего, да. И что вы за это получали? Ну, 15-20-25 тысяч. Всегда по-разному. Куда шли денежные средства? На кредит, на бензин, на машину. Задержали преступника в момент передачи очередной партии продуктов. Теперь йогурты, сметана, творог в полном объеме будут доставлены до торговой точки, а злоумышленнику придется отвечать за свои действия по закону.